Всероссийская ярмарка меда будет проходить в Таганроге уже не в первый раз. В ней примут участие пчеловоды-производители из разных областей России, Киргизии, Башкирии, Казахстана и других стран. Россия – огромная страна с разнообразными природными условиями на всей ее территории. Российский мед считается одним из лучших в мире. Причем в каждом регионе нашей страны он имеет свои отличительные качества. Всероссийская ярмарка меда собирает пчеловодов со всех концов нашей страны. Именно поэтому здесь можно встретить огромное разнообразие продукции. Пасечники из каждого уголка России привозят на медовую ярмарку что-то свое. Ну вот, в Башкирии произрастает совсем другая растительность. Липники обширные, и практически в Башкирии очень много липы, кипрея. Кипрей, кстати, является мужским медом. Липа очень хороша для женщин. Кандык тоже. Кандык на Дальнем Востоке произрастает, в Башкирии. Также есть горные меда. Черноклен. Он очень полезен при диабете. Также каштан, ежевика. Вот присутствует на нашем рынке. Они понижают сахар. Очень редкие такие сорта меда, как молочай. Он сможет помочь женщинам следить за своим весом, потому что он поддерживает щитовидную железу, дает бодрость, поднимает настроение от хронической усталости, от депрессии, ну и просто для здоровья. Лечит гастрит, язву, обладает сильными бактерицидными свойствами. Например, каштанчик лечит ангину за один день, если рассасывать его в течение дня. У всех свои эксклюзивы. Я могу сказать про свои эксклюзивы. То, что это самый высокогорный мед в мире. Собирается на абсолютной высоте сбора, 4000 метров над уровнем моря. Это Нарынская область. Это ближе уже южный регион Киргизии, ближе к Китаю. И там особенно редкие травы, которые полезны для организма. На ярмарке меда очень низкая вероятность приобретения низкокачественного меда и других продуктов пчеловодства, потому что перед выставкой на продажу производится обязательное тестирование продукции. А каждый пчеловод готов рассказать, какой он настоящий, правильный мед от правильных пчел. Ну, во-первых, у нас весь мед проверенный, я хочу сказать, потому что мы ездим в Москву, даже возим, там очень строгие проверки. Там прямо нас на ярмарке стоит санэпидстанция, врач стоит. И можно любого меда взять, отнести, проверить. У нас очень строго. С этим делом и на ярмарку так просто не попадешь, поэтому очень строго администрация все проверяет. Пчеловоды привезли в Таганрог натуральный мед по ценам производителей. Посетители смогут попробовать и приобрести более 20 сортов меда, а также пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко и другие продукты. Еще есть маточное молочко, привозим замороженное, живое. И также хорошо оно сохраняется в меду. Пергу привозим, очень ценный продукт, это природный витаминный комплекс, он полезен, и его можно просто с молоду даже употреблять, и очень полезен пожилым людям. Не обошлась ярмарка и без традиционного напитка пчеловодов – медовухи. У многих производителей меда есть свой особенный рецепт этого напитка, секрет которого передается только в узком семейном кругу. Медовуха – это как медовое вино. Не содержит в себе, оно без посторонних добавок, без спирта. Это продукт брожения чистый. Вода, из воды, меда и перги состоит. Именно брожение идет на перге. Тоже обладает лечебными свойствами. Если на ночь по чайной ложечке там, или по 50 грамм, то укрепляет сердечную мышцу. Всероссийская ярмарка меда будет работать в Таганроге до 12 апреля на переулке Гоголевском перед входом в центральный рынок.